Про этот ресторан я уже вам рассказывал. Помните, я говорю, что смешное название. На самом деле он читается в переводе с турецкого как чичик, а не то, что вы подумали. И переводится цветок с турецкого. Слово чичик по-турецки — это цветок. Здесь просто шикарно, шашлык из баранины. Стоит он 3000 тенге, что, на мой взгляд, вполне разумный ценник. Хотя можно попробовать, наверное, и ассорти. 4300 стоит ассорти. Пиде здесь очень неплохие. Я вот тут пробовал пиде с мясом. Прям, ну, реально вкусные. Отдельные салатики. Очень сладко тоже. До кучи закажу. Если будете в Алматы, находится он по адресу Кунаева 66, где находится Реньон гостиница. Вот так выглядит шашлык из баранины. Подается с перчиком, соусом, с луком маринованным, бесплатной халапеньо, три булочки, одну из них я уже съел, фирменный чай, просто обычный. Он не травяной никакой, просто обычный черный чай. Такая забавная пиала. Еще будет кунефе. Это такая сладкая штука, потом покажу. Вот как раз то самое кунефе. Это блюдо, в принципе, очень вкусное, такое простое. Вода, сахар, лимон, шафран немножко, тесто, масло, моцарелла, фисташки чуть-чуть. Вот и получается вам вкусный десерт. Ну и правильно приготовить, конечно, желательно. Давайте подытожим. Шашлык из баранины был на твердую четверочку, даже может быть с плюсом. Чуть-чуть они его не дотянули, немножко совсем. Кунефе было слегка приторным, а здесь они, да, они не добавляют лимон, хотя чуть-чуть кислинки бы не помешало, но тоже на четверочку нормально. В принципе, оно должно быть таким, на самом деле, просто я уже придираюсь. А подача отличная, обслуживание быстрое. Советую, заходите в гости сюда.